Всем привет! Продолжаем рубрику постройки с почты. Некоторые мне пишут, но забывают вкладывать файл. Пожалуйста, перед отправкой сообщения проверьте, что вы отправляете. Мы начинаем. Привет всем, и я хочу показать сегодня две моих постройки. Но второе это не постройка, а механизм, скорее всего. Первое это кран. Он вот такой величины. И здесь есть такой лифт. Он поднимает. Потом надо залезть по этой лестнице, сесть в кресло и увести лифт обратно. Этот кран может крутиться, но он очень медленно. Вот. Он может поднимать и опускать, ну, свои лопасти. Ну, я не знаю, как это называется. Ну, в кранах есть такое. На G можно включить камеру. Да. И управлять крюком. Он опускается. И можно вот так вот, ну, короче, подцепить. Ну, так он ломается, я не знаю, как его упрочнить. Так, следующее. Ну, вы не обращайте внимания, то, что у меня не прогрузилось некоторые. Это механизм, который построил мой друг. Ну, я покажу его за него. Он попросил меня. Сейчас. Вот здесь садимся на стульчик и ставим тортик. Стульчик убираем. Да. Ставим у тортика невидимость на 100%. И убираем у всего коллизию. И фиксирование. Все. Теперь нажимаю на кнопочку. И вокруг меня включается аура. Это прикольно. Если кому-то интересно, сейчас я покажу механизм. Да. Да, что-то я не могу подключить. Вот механизм. Длина поршня 5, скорость колеса 50. Вот. Ну а на этом все. Всем пока. Привет, привет Ух и его подписчикам. Я хочу вам показать свою постройку военная база. У меня здесь есть вертолет, подземная база, с которой можно будет смотреть по камерам, а у меня их здесь аж 3 и еще одна в гараже. И можно будет управлять башней, из которой можно стрелять. Сейчас я покажу вертолет. Здесь вот включаешь пропеллеры, и ты можешь летать. Можешь подниматься вверх с ограничением и опускаться. Сейчас я покажу, как оно работает. Вот на таком механизме оно работает. Минус то, что ты, когда хочешь заехать на горку, у тебя не получится. Вот такой вот минус. Продолжаем. Идем смотреть в гараж. В гараже у меня находится танк. Я его гараж еще не украсил, но, ну, как видишь, камера есть. Чтобы попасть в гараж, в танк, просто заходишь и закрываешь за собой люк. Это танк на двоих. Сейчас я пройду в дальнее место, чтобы управлять. Вот так вот он ездит. Самый обычный работает. Он на колесах, которые я просто сделал невидимыми. Он на двух местах, а вот второе место ты сможешь уже управлять башней. Из нее ты тоже можешь стрелять, просто нажав на английскую F. Ну, вот так вот. Еще я построил такой заборчик, типа, ну, как военные базы, там чаще всего забор. Сейчас мы идем в подземный бункер. Работает он на портале. Здесь вот такая вот комнатка под картой, в которой есть 3 стула, сидящие над, ну, и перед телевизором. Ну, он просто так для красоты. Например, в синем можно поворачивать, ну, можно смотреть по камере, и она умеет поворачиваться с одной стороны. Зеленая смотрит в гараже. Ну, это и логично, типа зеленый к зеленому. А вот красная, самое главное, может и смотреть по камере,
и еще может переходить к пушке. Управление Q на низ, E вперед, наверх, то есть на V поворачиваешься влево, на S английское поворачиваешься вправо. Чтобы стрелять, ты нажимаешь на букву B английскую и можешь стрелять. Ну, вот так вот. Все. Всем пока. Спасибо, кто посмотрел. Пока.